Привіт, я Нікіта Дрюченко, і мої гості завжди на спортику. Тренер, наскільки ти схуд поки був у керма головного? У вас вопрос, так же та найволночі ваблі. Так, ну тому що ми з тобою, коли домовлялись про це, ти про це сам сказав. Я думаю, сім кілограм. А важив взагалі цифра? 92 Угу. І закінчився сезон 85, п'ять. Ну вже чуть повернув за неділю нерви. Ну, я думаю, да, Ну, мозг работает 24 на 7, то даже когда спишь, какие-то мысли, идеи посещают. Відпочив якось уже трошечки эмоционально? эмоционально, да, уже, наверное, все мысли сформированы. Казалось, все, сезон закончится, буду отдыхать бесконечно, но через день уже начались какие-то вопросы по следующему сезону. Працюешь, И... по сути, зараз же. Ну, по сути, даже через день ты уже сам не можешь без этого. Уже это как наркотик, наверное, ты Угу. Уже втянулся в режим, тебе все равно хочется что-то делать через день. день отдохнул, через день начал уже анализировать, что было не так, где допустили какие-то там ошибки тактические и так далее. Згадай первую думку, яка тебе пришла в голову, когда ты зрозумів, что наступный матч ты будешь у якості главного тренера. Это была и думка, так? Космешка? Нет, это так, чтобы более цивильно выразить ее. Ну, ты был ну, сбила. честно говоря, ну, был удивлен, но больше было мыслей, это на одну игру или это до конца сезона, больше-то так, боролось в голове, потому что на одну игру проблем нет, подготовить команду, то есть тактически выбрать план, мы уехали в Одессу, как раз на следующий день сразу улетали, не было времени, то есть на одну игру проблем никаких нет. Больше а мыслей что? было, как дальше это будет развиваться, вся история и... С спортом. У тебя, то я так понимаю, по жизни было заинтересование. Чем ты занимался? Якими видами спорта? Что пробовал? Ну, глобально с 5 лет баскетболом на сегодняшний день уже 28 лет в этом деле. А параллельно был, наверное, как у всех мальчиков футбол, ага. были разные. Какі-то бойові искусства параллельно. Ну, як у всіх мальчиків, Також було, я ще музичну школу закінчив. Нормально, як да. у всіх хлопчиків. Да, да. Ну, куча, всі види спорту по чуть-чуть. Куди друзі йдуть, туди йдеш. Ну, Потім глобально, мабуть, з п'ятого, 6 класу вже коли перейшли в спортшколу, тоді вже тільки баскетбол був. Е, згадайте той момент, коли перед тобою стояла команда, і вони розуміли, що ти тепер на даний момент ти їх тренер. Что первое ты им сказал? Про что вы говорили? Про что это была размова? Mm, наверное, я им говорил, что пока нечем радоваться. Они почему-то были такие довольны. Ага. Я им говорил, что пока у нас есть много работы впереди, которую нам надо проделать, чтобы выйти из этой, так сказать, ямы. Мы были ну, не, в, не в самом хорошем виде, показывали баскетбол, то есть нам надо было что-то менять. Угу. И первое, что сказал, что сейчас время не радоваться, а засучить рукава и работать. Вы не Конечно, очень хорошо работали, очень доволен. каждом тренировке были. Ну, не так уж много времени было, всего там, наверное, за все полтора месяца хороших тренировок, на которых можно было тренироваться. Но ну, было, ну, пять, наверное, в общей сложности, потому что график сильно плотный. И приходилось больше восстанавливаться, больше какой-то ментальной работы тактической. Но и 5, 5 тренировок мы провели очень хорошо. Объем э, и твоей работы сбільшился. Э, Насколько это было больше работы? Знаете... Ну так было три головы, Денис Палович, ты, Агапов, а потом стало 2. Да. Угу. Ну как бы я делал и до этого большой объем работы. И ничего после этого не изменилось. После изменений добавилось только какая-то ответственность и больше дополнительных мыслей, когда ты раньше как ассистент, ты все равно, ты сделал свой объем работы, ты его отдал главному тренеру, угу. и ты уже начинаешь работать на следующего соперника. То есть ассистенты всегда работают на опережение, а ну, они на две труд. игры впереди угу. идут. А здесь ты как бы закончил и все равно продолжаешь до, прямо до момента первого вбрасывания мяча, у тебя все равно мысли, как... Что в какой ситуации, какие предпринимать действия, какие решения. Ты согласен с тем, что проиграет тренера, выиграет команда? Ну, я думаю, это всегда так будет и идя на, ну, как бы выбирая эту должность, все к этому готовы. Ну, то есть тренер должен быть к этому готов, потому что ну, действительно, игроки заслуживают того, они проделывают огромный объем работы. И без них, как бы и тренера не нужны будут. Не будет игроков, не, ну, не, не нужен будет тренер. Поэтому они проделывают огромный объем работы. И когда они побеждают, понятное дело, болельщик, приходя на матч, видит картинку. Он не особо ну, Есть отдельные люди, фанаты тренеров, которые следят за поведением. А в большинстве случаев люди идут смотреть на красивую игру, на какие-то действия игроков, также фанатеют игроками, общаются с ними, фотографируются, а тренера как-то в стороне. Но зато, когда команда проигрывает, то на первый план выходит тренер, он всегда виноват. Но это нормально. Ну, то есть... Тренер, я знаю, что якісь какие-то были курсы европейские по... Досконалення якоїсь... Сейчас так. Расскажи, что это за курс, потому что я, ось нещодавно про це в дізнався. Чому ти ты навчаешься? Что это за знания? Расскажи. Ну, это как бы это баскетбол, uh -huh. это академия главных тренеров Евролиги. Ну, кто не знает, Евролига это высшая, ну, самый лучший баскетбол на просторах Европы. Возможно, последние годы даже можно его в некотором роде сравнить с уровнем NBA. Возможно, какие-то команды смогли бы поконкурировать. Но вот эта академия основана всеми главными тренерами всех команд Евролиги. Они у нас выступают в роли лекторов, проводят лекции это онлайн обучение. Которое... Ты не ездишь, что ты... Нет, в данной ситуации с ковидом это полностью онлайн-обучение. Один раз ты приезжаешь на конгресс, а все остальное время это онлайн. Ты говоришь, тренеры там есть. Кто тебе запомнил? Чья лекция, возможно? Ну там все великие тренера, uh -huh. которые существуют, то есть вот особенно вот сейчас с 27 июня начнется режим такой там, где все. Uh -huh. Полностью. Ясикевич, Сабрадович, Лас. ну все великие тренера всех команд, самых лучших в Европе, они все ведут лекции, все общаются там. Плюс этой академии, что на любой секунде лекции ты можешь включить свой микрофон в зуме и напрямую задать вопрос. Вау. Да. Круто. Ну, там есть и смешные моменты. Вы говорите, что COVID, навіть, да, карантин еще и допомог. что Да, да, да. Так, честно говоря, намного облегчил, потому что раньше это было в формате ты приезжаешь на неделю, уезжаешь угу. опять на неделю, то есть это и финансово, наверное, более затратно. А сейчас это в таком онлайн-режиме. Плюс, я же говорю, там еще есть такие веселые моменты, когда там ну, просто какой-то... Довольно известный человек начинает лекцию, кто-то включает микрофон и говорит ему: "Вау, у вас сегодня очень хорошая прическа". И выключает микрофон. Разумеется. Чем завершается все чане Что тебе? Диплом выдадут? Да. Як И что ты с ним можешь? Ну ничего. В основном, ну как бы лично для меня самое главное в этом всем это знание. Mm -hmm. Мне можете не давать диплом, мне главное получить знания, которые потом можно использовать. А учитывая, что проводят их э, очень сильные практики, которые все свои знания используют на практике, то есть ты понимаешь, что это действительно работает, что это ты не просто пришел в институт, тебе рассказал теорию человек, который ее также знает с книжки, это реальные практики, которые все это используют в реальной жизни. Ты какие-то знания, которые уже у за вот этот период тренирования, что-то в... конечно, использовали еще до, пока был ассистентом какой-то, ну какие-то каждый день все равно баскетбол развивается и в большинстве случаев это все равно фантазия тренера, то есть тренер должен быть с хорошей фантазией, он должен понимать, что он хочет получить от тренировки, должен понимать Що йому для цього треба зробити, а остальное ти можеш придумати различные упражнения, як заинтересовать, мотивувати игроков, делать його на максимальному пульсі з максимальной интенсивностью. Давай так, не називаючи, що це був за матч, коли ось твої ідеї, можливо, новаторські, ти вирішив застосувати, але воно не вийшло. Були такі матчі в сезоні, коли ти вже був головним тренером. Коли не выйдет, ну было какие-то. Ну, было какие-то, но ну, опять же, это не полученные в Академии были какие-то моменты, оси, когда оси. ты ну, какое-то решение, ну, например, грубо говоря, с Прометеем мы угу. понимали, что мы не можем, о, не получается, у нас на данном этапе атаковать их из-под кольца, потому что у них очень сильная линия больших. Мы приняли решение больше атаковать с периметра, больше растянуть защиту. Ну, в принципе, если взять глобально, это получилось в последней игре, мы забили 14 трехочковых. Возможно, какие-то были не по ситуации, но все равно получилось вселить уверенность в головы игроков. То есть они брали эти броски уверенно, так, как им говорили. Три игрока украинского чемпионата, которые тебя приятно удивляли в этом сезоне, будь-якой команды. Давайте, чтобы никого не упустить. Наверное, самый, не самый сильный игрок, но лично для не, меня не самый все. большой прогресс этого сезона так. это, наверное, Дима Тихонов. Я У -у -у. хорошо с ним знаком, ну, потому что человек в этом сезоне показал всей лиге очень серьезный уровень, для, учитывая, как он проводил предыдущие сезоны. То есть он был таким теневым ролевиком. То есть сейчас, я думаю, каждый игрок большой любой команды считался с ним. Сто процентов. Наверное, самый стабильный, если не брать в учет плей-офф, почему-то там у них не получилось. Наверное, самый стабильный был Богдан Близнюк. Ну, как-то он так очень ровно провел чемпионат. Ох... Удивил. Ну, наверное, наши ребята, я могу за каждого сказать, ну, в, по крайней мере, в тот период, когда я был главным тренером, ну, лично для меня это было не удивлением, но для кого-то там брать тот же Исуф он улучшил свою статистику, там, на 7 очков в среднем за игру поднял. То есть так, было так. там 12, стало 20. Тот же Диджей Купер, который все до сих пор удивляются, как он раздает эти передачи. но я, честно говоря, проводя с ним каждый день на тренировках, я и на тренировках продолжал удивляться в каких-то ситуациях, как он их отдает. Ну, то есть ты где-то там против каких-то законов физики, законов логики все это идет. У него это и природное чувство, он это делает идеально. Хм. Ну, также каждый из наших ребят, ну, я могу сказать для меня, они все равно герои. Они переступили через себя, они э, боролись до последнего. То есть мы не опустили руки, мы, ну, мы верили, по крайней мере, до последней игры, что мы выйдем в финал что мы будем бороться за самые высшие награды. Ну, это спорт, так получилось. Продолжаем дальше работать. Ты когда-нибудь ловил э, на брехни, або розумів, что он, ну, будь-який гравцов, за він что он у него ничего не болит? Ну, я думаю, да, у каждого тренера были такие моменты. Ну, наверное, не буду называть имена, но было такое, что... что, да, люди либо есть разные характеры, и некоторые люди могут до игры, не зная, как они сыграют, уже как-то, ну, в моем понимании, перестраховываться, что я сейчас что-то придумаю, вдруг потом сыграю не очень, надо себе что-то придумать. А есть такие, которые, наоборот, сыграли не очень хорошо, не очень удачно и ищут оправдание в чем-то. Ну, хотя, в мое мнение, надо всегда в себе искать какие-то моменты, что ты сделал не так. А лидерами э, народжуются, чистают? Кто-то, наверное, врожденно, а кто-то все зависит от... Наверное, это формируется в юношеском возрасте, в команде. Потому что есть люди очень сильные индивидуально, потенциально, но они не лидеры. То есть он играет так, как играет команда, но в какой-то момент он не возьмет на себя. А есть люди, которые вроде бы и не сильно одарены технически, физически, но в какой-то момент они сделают все и поведут за собой команду. Даже некоторые, не принимая участия даже в игре, славочки могут завести команду и повести ее за собой. Возьмем за основу какую команду. Кто должен быть лидером? Тренер или какой-то в команде? Ну, я думаю, в моем понимании тренер это всегда тот человек, который ведет за собой, не тот, кто руководит, направляет, а тот, кто в первую очередь должен вести за собой. Игроки это должны чувствовать, они должны понимать, что в любой ситуации ну, это тот человек, который будет вас поддерживать до последнего, не отделяться от вас и говорить, они плохие, они в какой-то ситуации делали не так, а который сам своим примером будет лидером. Ну, Также игроки должны быть, тоже 2-3 человека, должны быть, которые в тяжелый момент э, могут повести команду за собой. A, когда Денис Павлович не стал тренером уже, а ты стал тренером. Он что, про что-то говорил с тобой, когда оставил пост? Мы каждый день общаемся до сих пор... Мы видимся в зале, ну то есть по, наверное, конкретно по игре, что и как делать, как работать, наверное, нет. Ну, тебе там что Дим? Давай, все вийде. Ну, по типу такого щось не було. Чесно, даже не вспомню. У мене цей місяць це такий бардак в голові. То конкретно такого не вспомню, але ми кожен день до сих пор общаємося. Ну, так, то я то бачу, до речі, світлину. Вже сезон закінчився, і на фото Денис Палич всі разом. Ну, це приємне фото. До речі, мені сподобалось. Запоріжжя, да. ось ти про Тихонова так заговорив. Е, вони у фіналі. Да. Е, це спортивна казка. Как ты уважаешь, за рахунок чего такие результат у них? Ну, я думаю, залог успеха ну, все-таки лежит. И конкретно в их команде, наверное, тренер сделал ну, очень много для этого. То есть я знаю его хорошо, я с ним работал. То есть он смог добиться от игроков того выполнения того, что он хочет от них на поле. И плюс у него получилось сплотить их в одно целое, и они, как бы, этой одной целью живут. Почему на послематчевых пресс-конференциях в украинской Суперлизе нет журналистов? Для меня это тоже загадка. Все журналисты обсуждают, что вот я еще, наверное, лет 10 уже это обсуждаю, потому что тренером я дольше работаю. Я обсуждаю тот момент, что все журналисты жалуются, что сухие прессные пресс-конференции одно и то же играли. Так никто не против, придите задайте вопросы. Mm -hmm. Ну, то есть приходите, задавайте каверзные вопросы, задавайте вопросы, ответы на которые вы хотите слышать, и не будет пресности. У нас в 90% случаев вопрос один. Ваши комментарии по поводу матча. Все. Yeah. И что человека в расстроенных чувствах может сказать: Мы не выполнили план, который выиграл игру, может сказать Спасибо. Клубу, руководству, болельщикам, мы молодцы, игроки молодцы, выполняли мой план. А ты сам прессу читаешь, баскетбольную, украинскую? Mm, Можешь, да. Ресурсы, да, так? Э, да, читаю, но вот на полтора месяца, честно, всегда было <laughs> смешно, как тренера могут реагировать на комментаторов на этих, на всех <laughs> ресурсах. Мне казалось, это смешно, обращать на них внимание, но, честно, наверное, после неделю Спустя неделю после того, как я стал главным тренером, я для себя Basket.com.ua закрыл и Facebook какие-то ресурсы. Вот я реально потом читал комментарии после всех игр, читал уже после последней игры. Потому что я понял, это реально немного... Ну, когда люди видят это со стороны, они не понимают ситуации внутри. Да, мне хватило пары матчей для того, чтобы... Следующий раз пойти туда уже после сезона. С чего начинается э, твоя работа, подготовка до матчу? Что первое ты делаешь? Ну, глобально анализирую соперника в первую очередь. Ну, то есть ты проводишь анализ последних игр или каких-то игр, которые тебе выборочно надо. Потом ты формируешь уже идею, как ты хочешь, где их атаковать, как защищаться. Угу. И потом это уже начинаешь накладывать на тренировочный процесс, и в, в течение которого с, с каждым днем появляется все больше уверенность. Знаешь, когда первый день ты такой думаешь, а вдруг это не сработает, а вдруг еще что-то, то в последней игре ну, вот на игру уже выходишь с полной уверенностью, в какой-то своей идее, в каких-то запасных вариантах уже все, уже начинается работа. Ну, то, вот, честно говоря, за полтора месяца. Единственные минуты, в которые я не нервничал и не вообще не переживал, это либо тренировка, либо игра. Вот игра началась, все нервов больше нет. Тренировка началась тоже, ты отдаешься полностью. А что в твоем разумении «гарна игра команды? Ну, в первую очередь для меня. Я со всеми ребятами также разговаривал. Для меня важно, чтобы э, помимо результата, чтобы еще каждый получал удовольствие от процесса. Не забывать, что вы не кайфувате ведь всего. Да, ну то есть ну, не цели кого-то заставить делать что-то, что он не хочет делать ради результата. Вопрос надо выжать из каждого максимум, который он может дать команде, чтобы он от этого еще параллельно получал удовольствие. І соответственно весь зал получать удовольствие, і болельщики, і тренера, і руководство всі будуть довольны, якщо команда хорошо грає у твоїй філософії тренера назви речі: одну, дві, три, не знаю, які гравець повинен або команда виконувати, не сперечаючись тобою. Не, ну, не запизнь на тренування. Ось ну, що це я возьму назову, это глобально, основная с чего начинается моя философия, это дисциплина. Ну, во всех ее проявлениях. Это уже э, касается любой отрасли дисциплины. Дальше уже это переходит в игровую дисциплину. То есть, если есть установка, то надо не без, безукоризненно ее выполнять. Не спорить, не добавлять каких-то своих идей. Конечно, игра ситуативная, то есть ты все равно, даже имея план, ты должен реагировать на ситуацию. Но в основном хотелось бы, чтобы выполняли так, как мы готовимся играть, чтобы так играли люди. Что такое украинская ось, школа баскетбола? Я поясню тебе питание. Например, то есть скажут, школа. А что такое украинская? Какое наследие украинский баскетбол несет? Как он выглядит? Про что это? Про кого это? Мы выращиваем бігменів, и потім потом, возможно, ну, потрогают... У нас сложилось так, так. Стереотип такой, да, что у нас с детства тренера приходят в школу, и отбор идет не быстрых, ловких, координированных и маленьких, а просто главное, чтоб больших. Ну, то есть, вот как-то так проходит отбор. Возможно... Из-за этого у нас есть какие-то пробелы и недостатки в, в позициях маленьких игроков, когда какие-то ребята, которые могли бы действительно достичь чего-то, им это дано, а их просто туда в детстве не берут, даже не заинтересовывают. Ну, то есть в детстве основная задача ребенка заинтересовать, чтобы он полюбил это дело. Вот как у меня, допустим, если брать, в первом классе пришел тренер. Uh, и, наверное, к пятому классу, когда я уже переходил в спортшколу, уже была полная любовь к этому процессу. То есть меня не надо было заставлять, не надо было рассказывать, что нельзя прогуливать тренировки. То есть это было уже все. Это было дело всей жизни. Ну, вот, наверное, мой первый тренер справился с той задачей, чтобы заинтересовать. Дивись, вот Лукашов уже не молоденький, мы сейчас угу. немножко. трошки. Uh, кто из первых номеров в Украине молодых, возможно, его заменить? Ну, есть сейчас ребята сильные. Зотов Виталик показывает, что он, ну вот, он уже сейчас готов играть. У него в первую очередь он готов играть в баскетбольном плане. Также, в мое мнение, он очень э, обладает очень подходящим характером для этой позиции. Он очень такой по-спортивному злой, наглый. Mm -hmm. Также есть, ну, как бы, брать не классический разыгрывающий, но тоже с позиции маленького Сидоров показал в Здоровья. этой серии, да, что он но он больше такой атакующий защитник, который может с этой позиции сам себе создать ну, мы, огромное да, количество да. очков. Да, но ну, мы это обсуждали уже давно, еще с кем-то из коллег. Кто еще у нас? Ковлер тоже, я думаю, что пройдет 2-3 года, это будет топ-уровень разыгрывающего. Какое баскетбольное правило, ты бы отменил? в. На этот сезон, наверное, отменил бы маски для ассистентов. Очень сложно, но реально очень жарко, невыносимо. И даже не знаю. Наверное, добавил каких-то, может быть. Знаешь, я ну, в футболе там ВАР явилась. Да, повторно. Но у нас также, знаете, ну как-то это не всегда логично идет, когда реально есть. Ну, опять же, каждый тренер видит ситуацию со своей стороны. Кто-то видит, что сейчас надо обязательно пересмотреть, что это была ошибка. Они ну, не пересматривают. А кто-то в этой же ситуации думает, не, сто процентов все было хорошо в нашу пользу, то есть устраивает. Зараз тебе доведется назвать призвище гравца Днепра. Питание такое. Гравец Днепра у якого таланту мало, але він паше, як не в себе. Ну я думаю, что никто не даже не будет со мной спорить, что самый трудолюбивый человек, который добился всего того, что он добился, только благодаря э, своей работоспособности, начиная с детских лет, хотя он довольно таки поздно пришел в баскетбол, это наш капитан Стас Тимофеенко. Угу. То есть, если из действующих. Есть много примеров ребят, которые добиваются своего только благодаря тренировкам с минимальным количеством таланта. Но Стас из действующих это явный пример того, что, наверное, не самый, как это назвать, потенциальный одаренный. сильный игрок, есть, одаренный, да. да, но он добился всего только потому, что он, ну, даже не передать словами, он каждую тренировку работает так же, как в игре. Вот все думают, что он в игре, даже перебирается своими там с борьбой со всем, но он также проводит каждую тренировку. Я колись бачив Стаса просто в речах не баскетбольных, где-то на улице, и он был в шортах и в майке, и он просто, ну, вщент да, в щент побитый в сенцах. Да, вот у него все Кто, кто побил? Кажи, он а весь в сенцах, Я такого не бачу у него. я же говорю, на тренировке, даже если это какая-то легкая тренировка восстановительная, он будет там, ну, с соревновательным элементом моем понимании также каждая тренировка должна содержать какой-то соревновательный момент. То вот он будет до последнего убиваться ради победы. А в чей записный такой нотатный чек из тренеров ты хотел бы заглянуть и изразумить, ну что-то такое? Ой, ну таких, честно говоря, очень много, не? потому что сейчас раньше ты как-то не сильно это замечал, но сейчас я понимаю, что у каждого тренера на одну и ту же ситуацию свой максимально другой взгляд, в который, но мне было бы интересно как он этого добивается, как это готовится. Ну, написано тоже, разумеется, написано, да, а как это сделать? Да, я не понимаю, доп... я не понимаю, как некоторые тренеры, ну, мне непонятно, он это реально отрабатывал, и это сказано было делать так, или это игроки сами просто хорошего уровня реагируют на ситуацию. Вот интересно, вот эти все моменты, как на топ-уровне взять ту же Евролигу, как они там все это делают, потому что, ну, у них вот ты смотришь игру, и там такое количество правил, что, мне кажется, у нас э, практически невозможно ввести такой объем правил на определенные ситуации. То есть, практически, мне кажется, невозможно это сделать. Два последних вопроса. Какая ты людина вдома? Який ты вообще поза баскетболом? Чем ты занимаешься? Від чого ты кайфуешь? Ну, до колись, колись, ты же не працюешь, мне кажется. Ну, вот сейчас, наверное, меньше работы. Но в сезоне, на самом деле, очень мало. Там 2-3 часа сна каждый день и какой-то там 40 минут или час днем. Все, больше времени нет. на самом деле, очень сложно. А в дома, ну, дома я, наверное, в первую очередь максимально дисциплинированный. Ну, то есть, у меня это как-то пошло с какого-то момента, я не пью, не курю, особо не гуляю. То есть, я если встречаюсь с друзьями, то это либо дома, либо в каких-то заведениях, в которых нет практически людей. То есть, я такой... Своей маленькой компанией. Да, но я не любитель шумных вот этих всех мест. Рыбу ловишь? Рыба это 100%. Ну, вот до этого года, сейчас как-то с погодой получилось не очень. Но все года до этого, только первый день отпуска это сразу рыбалка. то есть, И ага. практически каждый день она присутствует. Хоть час, хоть целый день, но она присутствует. Рыбу отпускаешь? Да. Вот, сейчас, ну, пришел, наверное, года 4 к тому, что надо отпускать. Но ну, не то, чтобы надо. Во-первых, ловить начал много. Ривы. Скилл Скилл поднял, да. Ну и, во-первых, ну, допустим, есть такая рыба, которую ты берешь, но ее реально жалко забрать домой. Но она как живое существо. Если рыба там 10 килограмм весит, ты ее, ну, ее забрать домой, ну, жалко. І зараз буде запитання на фантазію. Е, я буду назвати тобі прізвище, а ти будеш е, давати їм е, прізвисько як завгодно. Отже, давай так: е, хто поближче: е, Крило не тяжко. Уявив, що жумаліст. С... Добре, е, Саня Сізов. Папа, вот у меня с ним. Он всегда на ну, вечером мы ходили индивидуально работали. Он всегда с ребенком приходил, и мне нравилась их компания такая. Ну, то есть Класс. У меня первая ассоциация, которая пришла в голову. Агапов. Семья Ну, он тоже всегда с женой, с детьми. У них все хорошо. Купер. Mm -hmm, тут уже будет поинтересней. Такой. Вин балакучий. Він mm. да, очень хороший, як человек, але одним словом, його сложна. Давай декілька. Можеш, можеш речення. Опиши нам його, тому що е, ну, мало інформації про гравця взагалі не до цього було. Хотіла б дізнатися від тебе, який він. Ну, во-первых, он очень не любит проигрывать. Это его самый большой плюс. То есть он до последнего будет сражаться, независимо Страждает от того. Страждая всего. Боец. Давайте скажем: боец. Не будем какие-то внутренние Доброе. вещи там раскрывать, но пусть будет боец. Вильховайский, Коля. Кум. Вау. Кличка Кум. Хорошо. Бродский. Руководитель федерации баскетбола на данном этапе. Степановский. Диктатор. Ого. Кондратьев. Наверное, скорее лидер. Ну, он не управленец, который стоит, командует. Он, наверное, скорее тех, кто за собой ведет коллектив. Э... Ну и также он, вот еще добавить, многие не знают, но мне кажется, вот со стороны, может, этого не видно, но он реально... Таких человечных людей сложно найти. Но вот он человек с большой буквы. Ну, Якуб, ты пораду дав себе как тренеру, пи полтора месяца назад? Да, я бы ничего не изменил. Делай так, как чувствуешь. У меня основная была задача убрать все эти переживания и просто делать то, как ты чувствуешь. Если ты э, слушаешь, как кто-то тебе говорит или еще что-то, но ну, это уже не твое. Значит, ты не... Тренерская работа это в первую очередь такое созидание, фантазия, то есть какие-то мысли, то есть если ты делаешь так, как ты чувствуешь, ты можешь потом это анализировать. Если ты делаешь так, как тебе кто-то говорит, а ты потом думаешь, э, ну, мне так сказали, значит, из-за этого так получилось. Друзья, ну что, рубить так, как вы чувствуете. Это был на Спортику Никита Трюченко. Мы еще побачимось. Было, как всегда, интересно. І ми завершили, а потім Діма каже: підожди, ще подаруночки. У нас вперше в гость, який прийшов не пустими руками, до речі. Так, це да. Тібє. Взрослі подарунки. Остальним не буде такого. Тобі можна по-взрослому. А Как-то треба розіграти. Хочеш розіграш, а давай почав. Що там? Ладно, я шучу. Там футболка і шарфик з. Друзі, ось ми тільки що грали в асоціації. Дмитро Болдаєв в коментарях напишіть, будь ласка, яку, яке прізвисько, прізвище ви б йому дали. ну, Кличку. Напишіть, будь ласка, і найкращий ми віддамо ось той пакетик, не мій дорослий, а для футболочкою. Футболка, шарфік. экипировки Днепра нашего. Все, друзья, еще побачим. надо вот здесь подписаться на Инстаграм. Да, да, точно. Я забываю постоянно про это. <laughs> Подписывайтесь, так побачим, друзья.